что малаш. Всем привет, с вами Эдгар и мой грёбаный видеоблог «Мысли от Эдгара». Пока у меня там сын играет на моем компьютере, я решил замутить похавать. Купил я, значит, мясо куриное. Буду я делать это все дело в микроволновке. Простая еда, без всяких там, как говорится, понтов. Вот у нас продают такие вот окорочка и филе. Филе куриное, полуфабрикат. Из птицы бройлеров, охлажденного. Вот что для этого надо организовать. Как можно быстренько без жены сделать себе похавать. Вот, наливаете сюда водички. Получается, закидываете это все дело. Потом... Да, я здесь. Что, ты искупалась? Да. Молодчинка. Я сейчас еще ногти постригла, угу. Которые вот такие большие были. Вообще так. Молодец. Вот смотри, пап. Нету? Ладно, папа сейчас тут кушать сделает. Это что тогда? Это мы сейчас будем курицу готовить, да. Короче, все очень просто. Берете, закидываете курицу прямо из упаковки. Вообще ни о чем как бы не задумываясь. Что есть, то есть. Все, закинули. Так. Сейчас я тряпочек тут организую. Они такие мягкие вообще-то. Да. Сверху делаем грёбаный перец, конечно же. Туда же делаем соль. Потом, когда будем переворачивать, еще раз организуем. Но пока вот так. Соль. Вот здесь такая штука, паприка, молотая, красная. Ее можно применять куда угодно. И вкус придает, и вот цвет такой красненький получается, офигенный. Добавляем, не стесняемся, как говорится. Вот видите, уже красиво, уже можно даже не жарить, не парить. Ну и такое вот это, смесь из 5 видов перца есть. Короче, заперчим это все дело так, что... Мама, не горюй. Так, где-то у меня тут еще был базилик. Мне вот нравится базилик базиликовский. Так, но что-то я не вижу этого базилика. Так. В общем, ну и фиг с ним, с этим базиликом. А вот, нашел, вот он. Еще есть вот зелень сушеная базилик. Тоже запах такой придает, офигенный. Не помешает. Сюда же, короче, фигарим. Вот так. Да, кстати, вот когда делаете, вот я что-то забыл. До того, как это поставить и начать, вот просто обычная вода заливаете. Я туда еще фигарю там, ну или кубик магии что-нибудь из этого, чтобы пропитался запашком. Будем готовить на пару, если я вдруг про это не сказал. Так, водичка готова. Все это дело готово. Все очень просто. Тут даже ничего знать и понимать не надо. Закрыли эту канитель. Выбираем на меню. Так. Ну давай, давай, быстрее соображай. Варка на пару. Вот. Варка на пару. Здесь еще время выбираем. А, вот часы.
На час, короче, зарядим, потому что пока там вода раскочегарится, пока что. И делаем гребаный старт. Все. Через минут 30-40, я не знаю, даже час, если это вот побудет. Вот между делом будем переворачивать. Один раз я переверну и покажу. Вот таким же макаром можете делать окорочка. Но это я оставлю на следующий раз. Вот. Так что очень удобно. Если неохота возиться, и чтобы мясо было, получилось... Ну, прикольно, не подгорело, ничего. Я просто иногда не на сковородке... Мясо. Не подгорит? На сковороде, когда, если что-то там пытаюсь сделать, у меня что-то там сгорит, короче. Если за это жена не возьмется, не исправит, то что-то обязательно не так пойдет. А тут мультиварка – это вторая моя жена. Вот. Она все исправляет на ходу. И вот такую еще тему я организовал, купил. Сейчас вот только приехал. Соус сливочный, чесночный. Смотрим, короче, дальше. Так. Убей его. Дети заняли мое место. Ну. Батю выселили. У меня упала штука какая-то. Он висит, кровь. Тем временем. Вот, смотрите, как офигенно все тут получается. Прям красота. Это дело переворачиваем. Переворачиваем, так. Все, обнимешь. И сюда же еще раз. И жарим, и будет очень-очень красиво. Все чувачки! Базилик, базилик. В другой базе? Да. Ничего себе, вообще я молодцы. Стал каким-то новым. Нифига себе, гранаты могу пить. А! Все, теперь это все дело пускай варится дальше. Да. Так, с бульончиком надо что посмотреть, чтобы... О, бульон на месте, все ништяк. Курица почти приготовилась. Я тут ее нарезал, чтобы лучше внутри было приготовлено. Можно еще вот так вот сделать. Я не знаю, это прикольно или нет, но организуем. Получается, соус попадет между курицей. И должно что-то вкусное получиться. Эксперименты. Вот так. Сейчас я закрою. Еще чуть-чуть подождем. И все. Так. Ручки убери, Милан, убери. Опа! Готова наша пища, как говорится. Сколько тут? 7 минут осталось. Ну, ждать мы, короче, не будем. Да, Милан? Да, не будем. Получилось вообще суперски. Ой, 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 разваливается у папы все. Вот так вот. Супер курочка. Вот она прям стопудово приготовилась. Ну-ка, со света уйди, Милана, то ничего не видно. Слезь. Слезь, а то у меня подписчики ничего не видят. Вот сюда встань. Опа.
Все, стой, смотри, ладно? Так. Я уже папе кофе поставила. Короче, сейчас я лопаточку организую какую-нибудь. Нормальную, а то одной рукой неудобно. Да что ты будешь делать, а? Смотрите, бифштекс из курочки, а? Супер просто. О, офигенно просто. Обалдеть, как говорится. Так, что там осталось? Нет, вода, интересно. Да, смотрите, воды еще дофига. Это дело мы выключаем. Не хочет выключаться. Все. Пускай стынет. А мы пока с Миланой будем кушать. Вот, смотрите, какая курочка получилась. Сейчас Милана будет у нас кушать. Все, всем. Мама! Идем сюда, пупсик. Эдвин, идемте кушать! Хватит еду готовить. Короче, для этого дела у нас есть лепешки узбекские. Покупайте лепешку, это, курочку, майонез и какую-нибудь такую штуку, наливайте себе чай, и получается офигенно. Сейчас я буду кушать, кто-нибудь заснимет. Нет. Сейчас Эдвин будет кушать у нас мясо. Какой у тебя кусок, братуха? Вот этот? Угу. Или вот этот? Нет. Вот этот? Подожди, вот этот, вот этот. Вот. Этот я хотел себе, это самый был вкусный. Не, вот, и один. Один, еще один. Не. Как Так, Милан, тебе какой? Тебе маленький, наверное, мы дадим, да, кусочек? Нет, я хочу вот этот. Вот этот кусочек? Давай, бери. А я, наверное, вон тот большой. А, или вот этот лучше. Я все съем. У меня уже слюньки потекли. Я все съем. Подожди, Милан, подожди. Так. Я бадок одеваю. И маме там, смотрите, получается. Смотрите на бадок, смотрите на меня красивая. Вообще красотуля. Ну-ка, мамуля. Я сейчас тут покажу класс, как говорится, двумя вилками. Вот так вот делаем, чтобы видела, что снимать. Да кто же сам так сделал? Такой вот кусочек офигенного. У меня пустой. Вообще ништяк, да, Эдвин? Да. Вкусно? Да. Может, сверху вот так вот майонеза еще? Нет. Это не майонез, а какой-то этот? Нет. Чесночно. Ты будешь, Милан? Чеснок, нет. Это называется чеснок. Чеснок ешь. Ништяк. Ты зачем чеснок? И покупайте обязательно лепешку. Потому что резать хлеб — это возня полная. По-настоящему, кто не знает, хлеб нужно вот так вот рвать руками. Это не потому что какой-то обычай там, привычка. Есть такая фишка. Когда вы режете ножом, в ножике металл, и вы меняете кислотный баланс хлеба. Вы просто портите хлеб. У хлеба есть свое предназначение, есть свое pH. А вы режете хлебом и все поганите. Так что отрываете. У нас в Армении есть даже там маденкаш. Рвать пальцами. И кушайте, и от хлеба тогда есть какой-то толк. Так что всем пока. Мы продолжим кушать, да, Милана? Всем пока! Милана! Я люблю вас!
вырубать. Хочу.